Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на канале очередная китайская ручка фирмы Bauer, модель 3035. И мы постараемся с вами угадать, на какую ручку она похожа. Ваши варианты. Хорошо, подсказываю вам. Очень похоже на ручку Montblanc. Есть такие ручки, именно такой формы. Но это китайская ручка Bauer. Не надо путать. Посылка шла 12 дней. Стоимость ручки 189 рублей 99 копеек. Сделана она очень качественно. Цвет такой металлик, белый металлик, скажем, даже не белый, а кремовый. Полностью металлическая ручка сама по себе, как колпачок, так и, собственно, основное тело ручки тоже металл. Держатель тоже металлический. Перо, ну, достаточно стандартное. На пере нанесено Bauer. И характерный знак, такой полумесяц с гравировочкой, то же самое Bauer. На фидере нанесена цифра 4. Клипса жесткая. Болт внутри не торчит. Здесь качественная достаточно обработка. Не знаю, облезет ли эта краска или нет. Механизм подачи, приема и подачи чернил абсолютно стандартный. Надпись Bauer. Калибр этого механизма тоже такой стандартный для стандартного картриджа. Именно этим картриджем мы и воспользуемся. Для письма. Есть такое дело. Итак, ручка
Впечатление о написании этой ручкой. Как вы видите, ширина пера у нее действительно 0,5. Перо немножко, все-таки я никак не найду вот такое мягкое перо. Но это перо жестче, чем ручка, вот на предыдущем осмотре была ручка Пикассо, гораздо жестче. Но тем не менее пишет очень гладко, очень, ну скажем так, непрерывно. Звук вы слышали сами, я специальный микрофон кладу для того, чтобы записывать звук пера. Поэтому довольно-таки приличная ручка, без каких-то особенных замечаний. Но опять же, вот мне не нравится, что здесь металлический такой держатель. Это вот пальцы все равно устают. Достаточно жесткое крепление самого колпачка. Вот вы видите, вернее слышите, как он крепится. Вес ее 32 грамма, длина 136 миллиметров, диаметр 11,7 миллиметров. Поэтому ручка, собственно, достаточно качественная. Ну, Бауэр — это тоже такая одна из самых таких качественных делает она ручки, эта фирма. Поэтому, кого заинтересовало, да, и, соответственно, она, конечно, похожа на Монблан, но это далеко не Монблан. А это все-таки Бауэр. Ну, с виду можно ошибиться. Поэтому тем, кому нужен престиж, но у кого нет денег, пожалуйста, покупайте ручку Бауэр 3035. А на этом наш обзор закончен. До новых встреч. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Пока.